Кузоватова после реконструкции открылся историко-краеведческий музей. Несмотря на пандемию, музей отремонтировали благодаря выигранному президентскому гранту. Центром экспозиции музея стала выставка, посвященная местному мастеру Семену Петровичу Сорокину, знаменитому на весь Советский Союз резчику по дереву. На самом деле музейная экспозиция – лишь часть наследия великого земляка. В Кузоватова есть парк деревянных скульптур его имени. Ежегодно проходит межрегиональный фестиваль резчиков по дереву. По сути, сейчас Кузоватовский район – столица этого ремесла в России. Еще живы и работают ученики великого мастера. Плач, наверное, в третьем или в четвертом нас привели к нему домой, к Семену Петровичу Сорокину. Я когда увидел эти часы, я обезумел. Я прошу, забыл и иду к нему. Так. Светлана Трофимовна, это была у нас воспитательница, говорит, нельзя, Саша, давай назад. А он говорит, вот ему как раз можно. Взял меня за спину, подвел к часам, я их своими руками толкал часы. Так Александр Григорьевич сам раз и навсегда выбрал себе профессию. Теперь он тоже достаточно известный мастер. В парке деревянных скульптур Кузоватова есть его работы. Мастер Сорокин определил не только профессиональные пристрастия многих, но и вектор развития Кузоватовского района. Работы Сорокина хранятся во многих музеях Поволжья. Есть они и в областном краеведческом, но самые уникальные в Кузоватова. В фондах Кузоватовского районного историко-краеведческого музея находятся на хранении очень интересные предметы, связанные конкретно с семьей Семена Петровича Сорокина. Это предметы не деревянные работы, это интересные фотографии начала 20 века, периода Российской империи. Некоторые из этих фото сделаны во время службы резчиков царской армии. Ценность снимков в обилии бытовых деталей, достоверности костюмов, предметов и прочего, что, к сожалению, ныне почти повсеместно утрачено. Кропотливую работу по написанию проекта и реализации его проделала начальник управления культуры Кузоватовского района Ирина Сайгина. Кузоватовский музей, парк деревянных скульптур и местные резчики с удовольствием ждут гостей. Павел Половов, Юрий Анихин, Ирина Сайгина, новости Улправды ТВ.